Весело, интересно, а главное с пользой. Так проведут первую неделю летних каникул более 30 ребят с различными нозологиями. На базе Ульяновского педагогического колледжа в третий раз проходят профориентационные инклюзивные каникулы для школьников Заволжского района. За смену ребята познакомятся с огромным количеством профессий, почувствуют себя поварами, художниками, швеями, специалистами по клинингу. Так как мы с 2021 года являемся базовой профессиональной образовательной организацией, которая осуществляет поддержку инклюзивного образования в регионе, то мы, естественно, сотрудничаем со всеми колледжами нашего региона Ульяновской области. И поэтому в рамках этого сотрудничества к нам для работы в этой смене приезжают преподаватели из других колледжей. Они также проводят занятия, они знакомят детей с теми профессиями и специальностями, которые дети с инвалидностью могут получить в их образовательных учреждениях. В первый день ребятам устроили конкурс рисунков на асфальте, познакомились с профессией кондитера и рассказали о нетрадиционных техниках рисования. У меня будет своя станция по нетрадиционным техникам рисования. С помощью нее мы вообще уже несколько лет этим занимаемся. Благодаря данной технике дети не только развивают моторику и умственные способности, но при этом они борются со страхом. Вот я не художник. Вот очень многие дети боятся рисовать, но с помощью нетрадиционных техник у них получаются шедевры, можно сказать. Техники рисования нетрадиционные представляют собой рисование любыми подручными материалами. Это, например, в нашем случае губка, вилочки, какие-то щеточки. Лагерь на базе педагогического колледжа для детей с ограниченными возможностями здоровья проходит абсолютно бесплатно. Также в программе недельной смены веселые старты, секреты общения, флешмобы и игры. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.